Всем привет! Я сегодня одна, без Димы. Как-то он так снимает, потому что вот, когда вот такой вот ракурс, у меня моська, блин. В общем, вышла я прогуляться, нахаживать свои 12 тысяч шагов и немножко разгрузить мозг. Дима всю ночь опять монтировал, сейчас спит у него в Анапе, поход скоро режим сместится. Как у детка маленьких, да, день с ночью. У нас здесь недалеко сквер Гудовича, и вчера встречались снова с нашими гранд-дамами, мутим одну интересную тему в Анапе. Ну, кому интересно, в Инстаграме все это дело есть. Вот. И оказалось, что от нашего вот этого места, мы живем недалеко от маяка, по Гудовичу можно практически в центр пешочком добраться, без машины, без такси. Что я сейчас хочу сделать? Прогуляться. Нужно купить зонт, потому что в Анапе сегодня был очень сильный дождик. Я даже не могла выйти из дома, но, в принципе, как команда мне в Сибирском посмеялась, что Татьяна Павловна, месяц надо закрывать. Кстати, в Инстаграме и даже здесь в Ютубе пишут: Тань, что такое месяц закрывать? Ребят, это значит зайти в отчет Siberian Wellness, в информационный, проверить все, чтобы у всех были все скидки потрачены, все правильно сделано. То есть, знаете, такая чисто информационная, немного рутинная работа, но делаю я ее два раза в месяц. Вот, поэтому сегодня мне реально повезло с погодой, до обеда лил дождик, я все дела сделала, все, я со свободной душой, чистой совестью могу пойти прогуляться и найти зонтик. В общем, что интересно будет, покажу. Друзья, очень тихо, немного пасмурно, но безумно тепло. Я даже сняла куртку, в ней жарко, но на всякий случай, потому что у меня нет зонтика. Гуляю по скверу Гудовича, очень удобная пешеходная часть. Можно гулять с детками до дороги далеко, то есть нет, да, проблем с тем, что дитё куда-то может там с самокатом и шуршать и прочее. Вот что не сделаешь для влога, кстати, прям вот такой чернозем грязный. Пойду сейчас где-то чистить туфли, но я не могу не показать вам вот такую избушку на курьих ножках. Очень красивая, стилизованная, я безумно люблю такие вещи. У нас родители живут в национальном парке в Мордовии. Ну, прям поселок большой, на территории национальный парк находится. Вот у нас там только таких штучек. А это прям стилизованные аж ноги. Прям вот как надо. Красоточка. Только, видите, единственное, грязная. То есть, получается, я для себя делаю вывод, когда в Анапе, да, проходят сильные дожди, а почва такая, что потом прям вот грязненько. Потому что, видите, прям вот как из леса, короче, выбираюсь. Пойду где-нибудь очищусь. Значит, смотрите, я свернула со сквера Гудовича, вот там, где фонтанчик. Здесь еще одна пешеходная улица, ну, она проезжая пешеходная. Я очень давно хотела вот эти часы увидеть, я видела их, да, у многих блогеров в интернете. Хотела дойти сама, нашла, понимаете, я даже не знала, куда я иду, но смогла найти. Вот эти вот безумно красивые лавочки в виде карандашиков. Что мешает на другим городам делать подобные вещи? Я думаю, ничего. Было бы, как обычное, желание, потому что вот такие мелкие вещи эстетизма, они украшают. Вот морешко, оно там, за нами. Но морешко мы вам показали немало. Я хочу сегодня походить, посмотреть другое, да? Кстати, вчера для меня был безумный аттракцион. Муж меня вчера уговорил доехать до дома на электрических самокатах. Мы вперед ушли ногами. Это было довольно-таки далеко от дома. Порядка 3 километров. И обратно, в общем, он меня сдончил и говорит: поехали. Блин, ребят, нереально страшно сначала было, потом кайфово. Добрый вечер всем, мои дорогие. Когда спонсор твоей прически сегодня ветер и дождь, то вот такая причесочка на голове. Вот там вот змей-искуситель, знаете, он мне что предлагает? Покататься на самокатах. Точнее сказать, мы сейчас находимся, ну, довольно-таки далеко от гостиницы, в районе 3 километров, и до туда можно на платных самокатах прокатиться. В общем, я не знаю, что из этого выйдет, я не каталась ни разу. Муж меня в очередной раз выводит из зоны комфорта, и очень надеюсь, что я останусь жива и не прякну. Смотрите, как меняется цвет глаз в зависимости от освещения. Серые, коричневые. Чего? Господи. Он там еще и гогокает. Дим, что там нашел-то? Дим, что нашел-то? Дим нашел самокат. У меня два варианта. Либо пешкодралом топать одной, либо ехать с мужем рядом на самокатике. Как вы думаете, какой вариант я выберу? Для истории пишем. Татьяна Павловна учится кататься на электросамокате. Ну нажимай вниз. Как медведь на велосипеде у меня? Да жми, не бойся, он далеко не уедешь на нем. Это мы, как говорится, сейчас у нас автошкола.
самокатчиков. Сейчас тогда курс пройдет молодого бойца, и мы поедем домой спать. Ты сейчас привыкнешь. Мне некуда деть вторую ногу. Мне безумно понравилось. Это к чему, что в очередной выход из зоны комфорта дает свои результаты и вообще заставляет нас двигаться, да? То есть шагать дальше. Вот. Я гуляю дальше, думаю, наверное, где-то сейчас надо заземлиться пообедать, потому что я понимаю, что я ускакала из дома и не пообедала. И очень много хвойников с шишками. Господи, как на Урале. Как я туда хочу опять съездить. Мы давно там не были. Когда мы там последний раз были? В 2014 году. У меня там мало исторической родины. Моя мама родом оттуда. И каждое мое лето проходило именно там. Поэтому для меня Екатеринбург, Тюмень — это родные города, куда мне хочется возвращаться. Кстати, если кто-то, да, подписчики, я знаю, что вас очень много оттуда. Ребят, безумный привет Уралу. Я думаю, что мы все-таки скоро до туда доедем. Я уговорю Диму. Местные жители, подскажите, где я? Ну, судя по всему, какая-то центральная аллея, центральная часть, мини-площадь. Такая вот триумфальная арка в честь подвигов российских войск. От благодарных потомков куча всяких магазинчиков, театр, судя по всему. Но мне кажется, я дошла до центральной части Анапы, либо, ну, какой-то, да, условно центральной части. Мне даже интересно, куда меня это все выведет. Вообще, вот так классно гулять, да, это незнакомый город. Ты реально не знаешь, куда ты придешь и что тебя ждет, на что ты наткнешься. Это другие эмоции, это другие люди. Единственное, что на телефон и на камеру сразу одновременно снимать сторисы не особо удобно, но я привыкаю. Минутки-то бегут, что ли? Бегут. Вот. Кто-то мне подсказывает, что где-то рядом должен быть центральный рынок. Не знаю почему, но если центр, театр, то значит и рынок где-то центральный тоже будет. Очень много вот таких кафешечек, арочки. Я так люблю такие вещи, где можно посидеть. И безумно я понимаю, что мы сюда приедем командой. Кстати, кто следит за нами в Инстаграме, наверное, видит, да, что мы сейчас участвуем в путешествии от компании, боремся за... Ну, не боремся, то есть делаем товарооборот, получаем результат. Два сертификата по 4000 долларов, это 8000 долларов. Мы собираем команду сейчас из 12 человек, это, кстати, актуально еще весь ноябрь. Это к чему? Кто есть реально амбициозные люди, хотят присоединиться и поехать с нами с неугомонными покровителями в путешествие по России бесплатно. У вас есть такая возможность. И причем, пока вы идете вместе с нами к нашей общей цели, вы еще и зарабатываете. К тому моменту доход будет от 50 до 100 тысяч однозначно. Но при условии, что вы будете все делать то, что мы рекомендуем. То есть работать нашими технологиями. Либо, возможно, даже придумать какую-то свою. Потому что мы пришли и взяли свои навыки, свой опыт и с ними поперли. Ой, слушайте, вы какие-то штучки интересные поделали, здесь прогуляюсь. Так, друзья, значит, это ярмарка Привоз, она вот здесь располагается, перекрывают. Получается, наверное, по каким-то дням надо узнать. Здесь много всего, чуть подешевле, чем, вот, например, мы покупали рыбу, там, на 50, на 80 рублей, очень много овощей. И я думаю, что здесь местные прям капитально тогда закупаются, ну и стоит оно того. А мы пока с вами дальше идем. Так, друзья, я с Привоза ушла. И иду сейчас по улице Крымская. Это, оказывается, одна из тоже центральных улиц. Нашла просто очень красивый фонтан. У меня такое подозрение, что я сейчас уйду вообще в другой угол Анапы. Ну и на такси уеду в крайнем случае. Просто на самом деле очень сильно затучивает. Ну, надеюсь, что в любом случае скрыться будет где. И цель моя не достигнута. Зонтик-то я так еще и не купила. Идем к очень красивому фонтану. Хочу вам показать, что здесь. Возможно, вы даже здесь и были. Вообще... Повторюсь, вот такая Анапа мне по вкусу. Можно было бы здесь, например, жить в бассейне «Зимний пир», а летом возвращаться в Мордовию. Потому что мне в Мордовии летом тоже очень нравится. А в Анапе летом будет безумное количество народа. Шум, гам, тарарам, шашлыки. Не наша история. Смотрите уже, да, подготавливают клумбы. Вот реально чернозем прям вот. Вот на Урале такой чернозем. Ложка его кушает. У меня нет с собой ветрозащиты, поэтому какие-то моменты буду просто проводить камеры. Смотрите, посадили Анюте на глазки. Походу, они здесь спокойно выживают в осенне-зимний период. А туда как раз, да, спуск к морю. То есть все, что туда, это все к морю, к морю, к морю. А я, получается, от моря. Вот на подобной тачке вчера каталась, только без сидения. И мне пришлось ехать стоя. Мне нашло, походу, какой-то завод.
А, почетные граждане городского округа Анапы, здесь везде. Ребят, вот такой какой-то слом происходит. Вот это постоянно, кто жители Анапы, знаешь, что вас очень много? Или это вот сезонно, да, что там вот все закрывают, переделывают, потому что прям что-то какая-то бомбежка происходит. А, так, смотрите, получается, я вышла, да, я шла по аллее Гудовича, перешла через центральную вот эту площадь и попала я опять к морю. Здесь мы с Димой летом гуляли, здесь был шум, гам-тарарам, куча людей. Сейчас хочу спуститься. Вообще, у меня была одна из мечт, которая сбылась. Я хочу увидеть осенний шторм. Я думаю, мы его здесь точно увидим. Ну что, у моря постояли, догулялась я до дождика. Смотрите, какие красивые цветы. Мамочка у меня любит такие хризантемы. Очень много мелких маленьких роз. Лужи, дождик. Интересно, вообще они затяжные вот такое, да? Для нас же это первое такое осеннее нахождение. Димка, за проделанную хорошую работу наш организм потребовал немножко сладенького и вкусненького. Поэтому мы сейчас поедем. Да, вкусным вином. А одну бутылочку вкусного вина вам купим и нам. И чем будет вкусненько? И десертиком. А какое вино будет, вы сейчас узнаете попозже. Попозже. В общем, пока я вас гуляла по берегу, батарейка у меня села. Батарейка села. Но Дима меня спас. Да, я поменяла. Поэтому поехали с нами. Сейчас мы вам покажем, какой самый десертный вкусный вино в России можно купить. Особенно это актуально для женщин. Они любят, особенно это когда в подарочке. Да-да-да, мы так, да, просто это уже вино пробовали, да? Да, нам уже как бы заказали, типа, ребят, привезите нам из Анапы в подарок парочку бутылочек этого вина. Из-за того, что на улице темень и камера не очень хорошо пишет, мы приехали домой, купив вино, все сладости и вкусняшки. И давайте вот я вам покажу, какое вино мы купили. Вот. Фанагория ледяное вино. Белое. Но есть и другие марки этого прекрасного вина. Мужчинам, как бы небольшое, кто смотрит, небольшая подсказочка, как приблизить путь женщине. Купите одно из серий ледяного вина из Фанагории и фруктов, там, например, ананасики, что она любит, и вместе употребите это. Очень хорошее средство. Также можно в этом магазине вино купить маленькие-маленькие мерзавчики этих вин. Они там буквально, не знаю, там грамм под 100, они маленькие бутылочки. Мы, когда ездили в Анапу, в Крым в этом году отдыхать, мы покупали на пробу четыре вида, да? Четыре вида покупали. Да, четыре. Да, четыре вида маленьких мерзавчиков вина покупали. А почему один мерзавчик? Что это значит? Потому что выпил и захотелось еще. Мерзавчик? Называется мерзавчик. Но они маленькие, на самом деле. Да, они маленькие. 0,1. Вот. Кто хочет посмотреть наш первый тест, посмотрите. Наша поездка в Крым в этом году, наверное, 4-5 серия. Под конец где-то уже. Да, потому что мы были в Витязево и покупали это вино. Ну, не буду долго больше говорить. Женщины, мужчины, чтобы просто почувствовать вкус, аромат и удовольствие, не напиваясь, покупайте это вино. Очень вкусно. Друзья, снимаю вот с такого ракурса, потому что на улице ветрено. Я вам сейчас хочу показать красоты. Мы опять заперлись туда, куда приличные люди даже не запираются, да, Дим? Пойдем еще, ты еще. Люди мне показали самое эпичное место. Сейчас мы пойдем вам показывать. Мы только обратно не знаю, как поедем. Там глина, скользко, пиздец. О, боже мой. Но мы уже в горку не заехали. Это все равно, что-то снимать. Добро сейчас смотреть. Очень тяжело идти. Почему? Потому что ветер раз
и скользкая мокрая глина. Мы нашли место, здесь ласточки роют гнезда, да, Дим? Влажная, очень влажная глина, прям мокрая. И вот тут немножечко, я хочу вам показать, куда же мы шалаш. Сейчас будем делать хвост, потому что в такую погоду укладка не живет. А небо какое. Как я уже говорила, лазить по таким местам способен только мой муж, но еще очень многие приходят. Лазить просто и снимать влог — это совершенно разная история.